Национальные костюмы, запряженные лошадьми экипаж и по-домашнему теплая атмосфера. Так прошла свадебная церемония главы австрийского МИДа, в которой принял участие Владимир Путин. Глава государства преподнес невесте яркий букет и дружески обнял новобрачную. Торжество было организовано на открытом воздухе в живописном поместье на юго-востоке страны с видом на виноградники. Приглашенных около 100 человек. Многие, как и сами жених с невестой, пришли в традиционных костюмах. Пара прибыла в открытом экипаже, поместье украсили подсолнухами. Как передают местные телеканалы, Владимир Путин написал пожелания на машине молодоженов и тепло попрощался с гостями на немецком языке. Сейчас российского президента ждут в Берлине, где у него запланированы переговоры с Ангелой Меркель.